Саш, прокомментируй прошедшую игру. Как игра, как соперники? Игра, ну как, соперники очень хорошие. Такие борются на каждом участке, не уступали нам ни в чем. Ну, я считаю, мы тоже ничем не уступили. Мы были сильнее. Как бы погода жарко, сколько, 50 почти градусов. Тяжело настроиться на игру по такой погоде. Но мы с этим справились. Считаю, результат закономерный. Чего не хватило в первом тайме, чтобы забить, хотя моменты были? Ничего не хватило. Ну, я думаю, хватило всего, просто не хватило хладнокровия. Чуть-чуть мы не так действовали. Пару моментов было. Могли забить, выйти вперед, но там один раз вратарь выручил, и один раз в защитника попали. А так, я считаю, все у нас получилось. Жара очень сильно влияет на игру? Ну, поначалу, когда выходишь, да. Жарко очень сильно. Потом, когда уже входишь в игру, забываешь об этом, думаешь только о победе. И так, последний вопрос. Как тебе Мадрид? Нравится? Как организация турнира? Все хорошо, все нравится. Мадрид очень хороший город. Были в центре города, как бы. Все понравилось, отлично все.